Здравствуйте, рыбаки. Рыбачки. Сегодня я вам хочу показать и рассказать, как делается новая удочка моей личной конструкции. Называется она, да и не настолько называется, она сделана из корпуса фломастера. Вот фломастер. Принцип здесь используется без инерционной катушки. Вот эта катушка, сделана она из простой пробки. Форма шпули типа с безинерционной катушки. Дальше я вам покажу, расскажу, как она делается. Лучше я вам расскажу, чем буду долго делать при вас. Никто смотреть даже этого не будет. Вот видите, вот у нас фломастер. Здесь глухо закреплено. Здесь тоже эта часть. Вот фломастер. В него вдевается кончик. Ну, в данном случае этот кончик покупной. Когда-то я его покупал. Вот. Вот эта шпуля с пробки. Здесь в данный момент намотано 50 метров лески. Крепление как происходит? Показываю. Используется простая пробка с бутылки, там, с водной и так далее. Вот я заклеил, но я потом сделаю здесь аккуратнее. Здесь прожигается отверстие для того, чтобы можно было сюда загнать шуруп или винторез, там, как он там называется по-разному, для соединения с корпусом фломастера. Предварительно вырезаются вот такие ушки, чтобы они подходили вплотную. Видите, вот как сделано? Вырезается. И при помощи этого отверстия вы берете и просверливаете. Вставляете сюда винторез. Прикрутили и на пробку сразу пошли. Потом это дело заливается клеем. Эбоксидной смолой, точнее. Вот. Это понятно, да? Теперь смотрим, что делать. За счет того, что оно делается, у нас, получается, мы так переворачиваем, и вот у нас повернулась сама шпуля пробковая. На нее мы наматываем леску. Леску вот мы так вот, в этом случае мы ее наматываем. После рыбалки, допустим, да? Вот. Но тут что самое интересное. Когда мы ловим рыбу, вот у нас удочка в таком положении, вот у нас мормышка, тоже сделана моими руками, придерживаем леску вот пальчиком, и она никуда не девается. При поклевке, если будет резкая поклевка, вы можете спокойно пальчик вот, смотрите, было видно. Вот мы потянули, и вот мы тянем. Вот кончик, жалко, плохо показываю. Вот я раз и спускаю, видите, когда я не даю возможности порваться лески. Другой момент. Сейчас я вот ее подмотаю, чтобы вам было видно. Повернул, подмотаю эту леску, да, вот на шпулю, чтобы лишнее у меня тут не болталось. Вот, к примеру, мы хотим ловить рыбу на стоячую удочку. Но при этом, если мы будем ловить, и в таком же состоянии у нас останется наша леска, на шпуле, только на шпуле, то она будет сматываться при поклевке, и мы не сможем подсечь. Вот сюда приклеивается пластик. Когда мы заводим сюда леску, вымерили дно и установили. Кивочек стоит у вас над дном, то есть над луночкой, извиняюсь. И вот у вас происходит поклевка. Раз, кивочек поднялся, что вы подсекаете. Вот оно заведено. Смотрите, я натягиваю, держится, не сматывается леска. Видите, леска не сматывается. Он в полную дугу сгибается наш кивок.
И ничего не происходит, она держит. Вот этот принцип. Дальше. Вот здесь вот два колечка делается. Для чего два? Можно, конечно, один поставить, но это будет равномерный сгиб удочки, кончика вашего. Что немаловажно. Дальше. Вот что делается. Опять-таки, кивок стоит на этой удочке. Кивок, я как говорил, я делаю с проволоки. Нержавеющая проволока, столистовая такая, загиб, гибкая. Вот ставлю сюда от проволоки виноплен, там, нет, не виноплен, как он называется, оплетку с проволоки, поняли? Вот здесь вот прожег дырочку, вводится сюда леска. Сюда надевается тоже от проволоки изоленточка, чтобы направлялась. И вот все. Вот такой кивочек. Его можно удлинять, укорачивать по вашему усмотрению. Вот такая у нас получается удочка. Дальше смотрите, что еще происходит. Мы можем ее укорачивать. Вот мы вставляем, и она укоротилась насколько. Дальше. За счет того, что у нас здесь пробочка, она способствует тому, что мы вот закончили рыбалку. Вот она поворачивается в сторону. Мы сматываем лесочку свободно, без всякого труда. Мы ее намотали. Потом берем, убираем наш кивок. Делаем его коротким, чтобы он нам не болтался и не ломался. Вот до конца мы довели. Вот у нас какая она происходит. Дальше берем крючочек, эту поворачиваем в исходное положение, закрепляем лесочку вот за этот пластик, который у нас тут приклеенный, и саму мормышку вгоняем в пробочку, которая у нас является и шпулей. Кстати, вот эти же самые мормышки я тоже делаю сам. Как их сделать, из чего сделать, найдете в моем ролике. Вот такая получается удочка. Она очень легкая. Вот у нее длина всего, вот у меня так, 26 сантиметров. В собранном виде. Можно ловить и на стоячую, вот так вы поставили, я вам показывал, да, на снег, там, на лед. Ну, обычно снежочек всегда зимой присутствует. Поставили, и все. И предусмотрено, что если крупная рыба берет, она будет сматываться, если пальцем берет. Если вы хотите настоящую, вот я вам показал, что она сгибается, не срывается леска, ничего. Удобно, вообще ничего не весит, не тонет ваша удочка. Ну, мне лично очень нравится. Не знаю, как вам. Попробуйте сами сделать. Ничего сложного нет. Все я вам рассказал. Вот здесь отверстие сделали. Это все дело. Ну, если вопросы будут, пишите. Отвечу на любые вопросы, какие у вас возникнут. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь. Пробуйте сделать сами. Все, что сделано своими руками, оно приносит моральный удовлетворение. Это не то, что сложно пойти купить удочку. Но это вы сделаете сами, как хотите, так и сделаете. Всех благ, до встречи в эфире.